Чтобы изучить перспективы развития форелеводства, специалисты Минприроды побывали в селе Гильяр, что находится в Магарамкентском районе. Там разводят янтарную и радужную форель. В качестве основного корма применяют сельдь и килько. Общая численность выращиваемой рыбы – почти 80 тысяч особей. Мы можем расширяться вдоль дельты нашего родника на 2-2,5 километра. То есть, соответственно, объем увеличится в два раза. Это где-то 150-200 тысяч особей можно посадить на данной территории. Это порядка 200 тонн. У предприятия есть и свои проблемы. В поселке Белиджи форелевое хозяйство уже более 2 лет пытается создать инкубационный цех на заброшенном участке. Это покроет собственные потребности в мальках и поможет поставлять молодь другим рыбным хозяйствам. Также на предприятии нет электричества. Руководство Минприроды изучит возможности его подведения, а также окажет поддержку предпринимателям. Представители этой фирмы, которые выращивают форель в Магарамкентском районе, вышли с предложением о том, что на этой территории находятся 4 родника, вот, которые соответствуют этим нормам для того, чтобы выращивать малек. Поэтому вот эту территорию тоже изучаем. После того, как мы изучим и придем к одному единому мнению, после этого мы определим место, где будем готовить посадочный материал по форели.